Всем привет, с вами Турил Пришел 2017. Сегодня мы откроем вот такой вот пакетик. Я его уже открыла здесь вот, чтобы вас не затруднять. Давайте посмотрим, что внутри. Внутри у нас вот такой вот буклетик. Эмоджи бывают обычные, редкие, очень редкие и специальные выпуск. Бывает вот такой вот здесь котик. Такой вот смайлик. Кстати, вот таких вот сердечек, если что, я никогда не буду делать. Такой вот со слезками. Сердечко. Стрелочка. Смайлик, который подмигивает. Вопросик. Это, кстати, это неизвестно, кто здесь может попасть. И привидешка. Так, сейчас я так отложу вот это вот. Давайте посмотрим, кто нам первым попался. Здесь, кстати, две внутри. Первым нам попался вот такой вот сердец, который влюбился, смайлик. Он желтенький, у него рот открыт. И глаза сердечки. Такой вот смайлик. И он у нас редкий. Так, давайте посмотрим дальше. О, это в пакетике, и здесь фиолетовый, значит, это из специального выпуска. Давайте же откроем. Не знаю. Какой это, кстати, даже. Так вот. О, это сердечко какое-то красное. Здесь нету такого. Это значит, вот этот вот нам попался, который самый-пресамый редкий. О, нам повезло. Кстати, можно здесь даже подрезать. Офигеть, нам повезло даже. Сейчас я вам покажу мою коллекцию с этими такими бумажными пакетиками. Значит, у меня есть рюкзачки. Такие вот они здесь бывают. И вот это вот самый редкий. Давайте я вам покажу, кто у меня и что мне попалось в предыдущем видео. Многие из вас не смотрели это видео, а многие смотрели. В предыдущем видео мне попалось... Самый редкий вот такой вот. Такая вот наклеечка. Дальше. Тоже очень редкий. И специального, кстати, этого выпуска. Такой вот рюкзачочек. Такой вот рюкзачок. Он просто редкий. И вот такой вот рюкзачок. Он обычный, к сожалению. Дальше у меня есть гаджеты. И здесь есть синий компьютер. Розовый планшет, желтый телефон, розовый навигатор, желтый планшет, розовый телефон, зеленый компьютер, наклеечка и черный навигатор. А у меня отсюда есть синий компьютер. Он очень редкий. Дальше розовый планшет, он обычный. Желтый телефон, он тоже обычный. И черный навигатор. Он специального выпуска. Да. Еще в том видео я распаковывала свою куколку LOL. LOL Pets, причем, да. И да, я хочу начать рубрику. Передай себе привет. То есть вы просто пишите. Передаю себе привет, имя там. Или можете другому какому-нибудь передать человеку привет. Так, давайте наберем один лайк. Один. 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 Лайк. Выпуск следующего видео.
Всем пока, с вами был канал Тойшоу 2017. Сегодня мы распаковали эмоджи. Пока-пока.